Ты что тут делаешь? Освобождаю. Вот, надевай, пригодится. У тебя будут большие неприятности. Нет, не будет. Все изменилось. Ладно, пошли. А другие заключенные? Нельзя их здесь оставлять. Их нет. Хоффман всех помиловал. Ты в этом уверен? С возвращением, солдат. Черт. Пошли. Два варианта. Вернуться, как я шел, через комнату охраны. Долго, зато верно. Или же двинем через камеры и ввяжемся в драку. Выбирай. Через тюремный блок. Хочу надрать им зад. Лады, пошли. 6-4, я Дельта-2. Мы в пути. Прием. Вас понял, сейчас выдвигаемся. 6-4 на позиции. Ракета пошла. Эй! 6-4, я Дельта-2. Стоп, огонь! Мы в здании тюрьмы. Прием! Вас понял. Стоп, огонь. Меняйте диспозицию. Если в штабе узнают, что я пришел за тобой, я влип. Давай, пошли. Нам сюда. Класс. Что за хрень творится в этой тюрьме? Тебе лучше не знать. Пехота под шквальным огнем. Враги по всем направлениям. Вас понял. Вызываю подкрепление. Прием. Маркус, башня! Четыре, идем в вашем направлении. Прием. Вас понял, зачищаем зону эвакуации. Город, я Дельта-2. Нас на мосту Саранча. Прием. Вас понял, мы летим. Маркус, возьми гранаты. Неплохо. Порядок. Наберем боеприпасов. Маркус, они вырезают дверь.
Маркус, они вырезают дверь. Дельта-2, готовы к эвакуации. Прием! Понял. Противник здесь, он здесь. Прием! Я их вижу, мы летим. Маркус, левый план. Там еще справа в 2 километрах от вас! Задержите! Прием! Отставить! Можем накрыть только одну цель! Прием! Вы нам нужны! Никак нет! Никак нет! Мы тоже под плотным огнем! Прием! Противник! Давай! Вперед! Вот дерьмо! 6-1 на связи! Я задет! Теряю! Убрать! 6-1 спит! Повторяю, 6-1 спит! Внимание, отмена задания! Повторяю, отмена задания! Эвакуируем группу Дельта! Дельта, под землей что-то движется. Прием! Тоже вижу 6-1! Так чего мы ждем? Откуда мне знать? Маркус, драпаем к ворону, ну! Ну! Нас ждет. Хоффман. А, черт. Будет очень круто. Эй, ты тот самый Маркус Феникс? Тот самый, что воевал под Аспо? Да. Ух, круто! Не особо. Предатель, как ты, недостоин носить форму. Похоже, любая помощь не будет лишней. Отойди в сторону! Лейтенант, у меня хорошие вести. Мы хотим покончить с войной раз и навсегда. Ну да. Сенсоры засекли движение противника, сэр. Близко. Саранча! Блин! У нас есть световая бомба! Я уничтожу их одним махом! Но она не сработает без корректировки! Вот зачем нам нужен резонатор! Он просканирует туннели! И мы атакуем поганцев в их же норах! Вы достали! Сверху! Мы потеряли связь с Альфой! Последний сигнал с площади Эмбри! Проберитесь туда! Найдите этих людей и включите резонатор! Поддержка с воздуха будет? Что? Ты шутишь? Вы и есть поддержка! Еще 2! Немацисты не подпускают вертолеты! Доберетесь пешком! Влипли. Все чисто! Лейтенант будет снабжать вас данными. Да, сэр.
И сейчас самое умное — уходить. Ну, выполнять! От тебя я жду отдачи в 110%, Феникс! Я делаю это не ради вас. Еще враги! Укрытие! За счет заведения. Удачи, Дельта. Вверх по лестнице. Альфа нас ждет. Ну что, брат, понеслась. Помнит руки? Сейчас проверим, а? Обычный рабочий день. Чинки! Отлично. Никто не против.
Штаб, это Дельта. Мы видим группу Альфа. Похоже, все мертвы. Резонатора нет. Вас поняла, Дельта. Ищите. Я открою дверь. У меня есть код. Жетоны. Потом отправим родным. Надеюсь, там не Рохас. У него сынишки 2 года. Жетонов нет. Это и есть резонатор? Нет. Что теперь? Пошли за резонатором. Маркус. Что скажешь? А что сказать? Может, Альфа, а может, там засада саранчи. Есть только один способ узнать. Он идет из дома суверенов. Наша цель – дом суверенов. Вперед! Марш! Thank you.
Трофеи. За мной! Что за черт? Дыры могут быть где угодно? Вроде пора уже научиться как-то с ними бороться. Да, все пробовали, но без толку. Если саранча решит вылезти, то вылезет. Помню, в детстве мне кошмары про такое снились. Похоже, нам надо разделиться. Феникс, вы с Кармайном налево, мы с домом направо. Есть, сэр. Живей. Личинки! Понял! Один есть! Один!
Там за углом еще одно гнездо. С наводчиком. Он справа. Начало его! Вот так. Отлично! А теперь найти резонатор! Вперед! Еще саранча! Это я возьму. Насчет Альфы. Никак нет, Дельта. У нас все еще ничего. Прием. Вас понял. Дом, Феникс, вам надо найти вход. Мы с Кармайном будем драться снаружи. А как же Альфа? Если сможем, спасем.